страшный бой идет кровавый. Смертный бой не ради славы, ради жизни на земле. Узнать истинную ценность жизни довелось тем, кто воевал на фронтах Великой Отечественной. Бои там шли не ради славы. Солдаты защищали родину ценой своей жизни. Этому героическому подвигу народа театр «Самарт» посвятил спектакль «Василий Теркин» по одноименной поэме Александра Твардовского. Не только актеры, но и каждый предмет на сцене рассказывает историю. Гармонь-тальянка, походный котелок, солдатская шинель и винтовка – здесь все имеет значение. Отдельные моменты спектакля органично дополнены материалами кинохроники Великой Отечественной войны. Русский народ никогда не оставался в долгу врага. Воевать мы мастера. Основная мысль, заложенная самим автором Твардовским, это великая-великая победа, которая адресована. И самое главное, то единство, те испытания, но испытания, которые приводят всегда к счастью. К 78-летию Великой Победы Общественная палата города предложила проект «Когда мы едины». Это фактор единства наших народов, это был фактором победы в Великой Отечественной войне. И спасибо Сергею Филипповичу, ему удалось во взаимодействии с другими самарскими театрами организовать одну победу, показ спектаклей. В зале были зрители, кто увидел спектакль впервые, и те, кто пересматривают картину уже не первый раз и не перестают восхищаться. То, наверное, честное исполнение артистов и насколько их трогает эта тема, это видно, это чувствуется зрителям в зале. Я безмерно люблю всех и каждого артиста, которые работают в этом спектакле. Я видела вариант с разными составами, и каждый состав поражает, удивляет и восторгает. До 12 мая учреждения культуры города покажут на своих площадках постановки, связанные с Великой Отечественной войной, чтобы напомнить зрителям о героических подвигах русского народа и о том, какой ценой досталась победа. Ксения Баканова, Николай Сидоров. События.